Мы сейчас с детьми едем в детский парк. Так спонтанно решили съездить куда-нибудь, а тут дома сидим. Во дворе они, конечно, погуляли сегодня, но все равно хочется куда-то проехаться. Плюс нам надо в аптеку, плюс мне надо там в магазин еще немножко. Ну, такую прогулочку себе устроили. Катя осталась дома монтировать видео. Вот, и мы поехали. Бабушка, у нас планы с Костей съездить в магазин и аптеку, пока ты побудешь с детьми в парке, если ты не против. Только смотри, потому что Алисе сегодня приснился сон, что они в парке с Сережей потерялись. И они едут с Сережей в парк. Как-то это символично очень. Знаешь, Алис, бывают вещи сны, которые сбываются. Чтобы не потеряться, надо держать бабушку все время в виду. Да, ты должна знать, где сидит бабушка. Бабушка за нами не набегается, но ты должна меня видеть. И все, тогда ты никогда не потеряешься. Просто будешь... Я знаю дорогу до дома. Здрасте, еще до дома. Нет, Сереж, если вы потерялись, и, например, нас нету, вы должны сесть на одном месте и сидеть, и ждать, пока мы вас найдем. Никогда в жизни не двигаться никуда самим по городу. Тем более с Алисой, ей 6 лет. Ты что? В 10 я понимаю, ну и то тебе не 10 еще. 9. Да, 10 зимой будет. Ну, почти 10. Но все равно я понимаю, что в 10 там дядя Костя уже сам по городу ездил. Но Алиска еще не ездила сама, и в 6 лет это рано еще. Поэтому сесть и ждать, пока мы не придем, и все. Мы вас всегда найдем в крайнем случае. Хоть через полицию. Главное, чтобы вы никуда не бежали. Потому что когда человек передвигается, его найти сложнее. А там есть салфеточки, мам, влажные? Есть. Сережке рот надо вытереть. Да не руками. А мне рот. Тоже вытри, конечно. Ты же тоже сырок ела. Я пить хочу. Сейчас купим. О, кстати, надо воды им купить. Кстати, как раз в магазину все. Ну, там киоск вроде работал. Вроде. А если там только газированная будет? Мы зашли с Костей в магазин. Здесь кто-то монстра, кажется, потерял. Еще на ладошку похож. Ну, трогать руками не буду. Может, тут такие монстры продаются, я не знаю. Мы купили бананы детям, водичку забежали. Сейчас их отведем в парк. Мы еще нашли Алисины любимые конфеты. И я вот такие два леденца детям купила. А воду у нас Сережа с Алисой вечно путают, поэтому Косте предложила взять разные, чтобы у одного был один цвет, у другого другой. Лисюшка, смотри, что я нашла. Спасибо! Твои любимые конфетки. И вот вам еще по петушку. О, открой мне петушка, мама. Сейчас, водичку. Сереж, на тебе вот такую. Угу. Алиса, твоя красная. Разные купила, чтобы вы не путались. Мама, открой. Давай в парке доедем, тут рядом уже. Пристегнись. Хорошо. Так, мы решили с бананов начать, а потом уже конфетки. А бабушка что живет? Банан не хочет, что она и живет? Риски она. А, она такие конфетки, да? Бабушка. Бабушка не понимает, что сахар ей нельзя кушать. Бабушке уже все может. Угу. Все, деток отправляю с бабушкой. Будьте внимательны, если качаются качели, ходим аккуратно. Все, я скоро приеду. Да, я тебе буду напоминать. Хорошо. Алиска сегодня в своем модном черном костюме. Куртку я не надевала, я знаю, что она будет бегать, ей станет жарко. И Сережа сегодня мама без куртки отправила. Ну тепло, у нас тепло, я не знаю, как у кого. Плюс 14 точно есть, но я думаю, даже больше, потому что мне жарко. Мы зашли в магазин АТБ, и я тут такой увидела плакат. Скажи честно, ты как? Вот отсканировать надо этот код, и будет какая-то программа поддержки украинцев. Всеукраинская программа ментального здоровья. Меня ждать. Заходили в желание купить что-то на Хэллоуин. Я говорила, что я его не собираюсь праздновать. Это для меня не праздник, это так и есть. Но Алиска так хочет. Она смотрит видео с прошлого года. Не с прошлого. Когда мы там ей делали, что переодевались, накрасились. Делали ей там задания всякие. Понравилось. И я думаю, какой-то квестик ей просто сделать. Ну, вот это она может найти как приз. И потом сделать грим. О, это будет не приз, это будет одним из заданий. Точно я придумала. Надо будет, смотря с кем она будет квест проходить. Если с Сережей, надо будет Сереже лицо раскрасить, а Сереже ей. И у кого лучше получится. О, вот такое вот будет в квесте задание. Костя забежал в аптеку, купил бабушке лекарства. Вот такие она пьет от сахара. Сиофор тысячный. Атенту, это от давления. Атенту ей надо было две упаковки, но там не было больше. Где-то еще купим.
Ну что, едем тогда в парк, а потом в эпицентр. Поищу там. Ну ты же сам сказал, что там что-то к Хэллоуину будет. Или это не было предложением туда поехать? Не было. Ну, тогда скажи, куда. Поехали в Любави поищем. Ну, может, мы уже как бы по срокам, по датам уже людей к нам будет. Ну, может, и не будет Хэллоуин послезавтра, но все-таки, а вдруг? Мы зашли в Любаву. Идем посмотреть сцену на Хэллоуин тут. Там дети рисуют тыквы. Видимо, от детской художественной школы. Вау, как красиво. А сцена? Ого, какая сцена. Тут большая тыква с подсветкой. Так красиво. Я тут подумала, нам, наверное, тыкву надо купить. А сколько такая завесит? Красивая. Килограмм, наверное, 5-6. Попробуй, сколько завесит, пожалуйста. Сильно дорого или нет? С такой как раз можно сделать то, что надо на Хэллоуин. Не собиралась праздновать, но дети хотят. 5,5, 100 гривен. Возьмем? Ну, красавица. Для Хэллоуина идеально. Возьмем? Я так ценам поражаюсь. Вот обычный пакет подарочный 119 гривен. Ну, это ж ужас. Это ужасно дорого. В общем, в Любави мы тоже нашли некоторые безделушки, которые нам для нашего квеста пригодятся. Ну и тыкву. Из безделушек это такая гирлянда скелет. Вот. И такие прикольные кольца, смотрите. Включаешь, и кольцо светится. Это можно им придумать какой-то квест в темноте при этих, при свете этих колец. Вот. И еще вот какие-то шарики. Не знаю, что там, мумии на них. Ну, надуем шарики. Мы все сзади тебя паркуемся. А, да я хотела спросить, ты бананчик будешь? Выходь. Подъехала Настюшка. Она уже подружку отвезла, подружка на Киев поехала. И дочь освободилась. Привет. Что такая грустная или замученная? Нагулялась просто. Нагулялась? А, понятно. А тут еще и мы пошли гулять, да? Настя в зоопарке сегодня была. Ты идешь с нами? Ну ладно, пошли. Я не знаю, может, я курточку давай возьму. Мне Костя дал свою кофточку надеть, потому что я в свою курточку завернула все для Хэллоуина, чтобы дети не видели. И мы с Настей вот ищем и не можем найти ни бабушку, ни Сережу, ни Алису. Может, они к остановке пошли, потому что должен был дедушка подъехать. Я же для него бананчик взяла. Да не мой папа. Тот дедушка, которому мы помогаем, старенький. Нам же дали бумажечку там для него с печатью. Он говорит, я подъеду, заберу. Вот. И они с бабушкой договаривались через час на остановке. Может, она взяла детей и пошла к остановке. Сейчас посмотрим. Я уже вижу Алису. Я была права. Да не. Вот она, наше чудо, с кем-то гуляет тут. Сережа. Привет. Мама. Вы не потерялись в парке, да, нет? О, а вот и дедушка. Давай бананчик. Меня подумал. Привет, привет. Добрый. Уже, наверное, вечер. Это вам. Добрый день. Там уже есть. Я же уже дала. А, я взяла еще в машине. Ну, будет два. Встретились. Пьете таблетки? Пьете таблетки? Каждый день. Заметно. Три раза. Старшая дочь. А, ты же возила. Ну да. Точно. А я думала познакомить. Лена, еще был в парке гулять? Там мы уже за вами приехали. Но нам надо туда, на тот выход все равно. А! Вот. Она залазила на эту самую. Вот. Мы ели пришлось... вдвоем сняли. Да. Догонялки играют. Что, не догнать Сережу, да? Сережа говорит, заснимите наши догонялки. Мама, я
тут походить? Можно, можно, только в лужу не влезь. Мне нравится, что Алиса у меня все время все спрашивает, можно ли сделать, можно ли то, можно ли все. Мы забежали с Настей и бабушкой в еще один магазинчик. Я тут нашла порошок, очень похож на бывший ушастый нянь. Вухас так называется, точно в таком же оформлении. И я думаю, что это он, только в украинском производстве. Посмотри, что я нашла. Порошок? Посмотри, вухастык. Помнишь, ушастый нянь? Да. Я просто счастлива, сейчас его куплю. Мы для грима на Хэллоуин, тут все дешевое. Находили подводки, вон какие-то там копеечные. Помадку, чтобы Алисе сделать костюм Wednesday. Тут всякая мелочь, но вы увидите, когда я сделаю на Хэллоуин там им квест, вы это все увидите потом. Еще на такое понаходили, мелочи всякие. И порошок беру. Так, мы Настену привезли к ее машине. Боже, ты ударилась об голову. Масенька, осторожней. Садитесь в машинку обратно. Так, а мы сейчас еще в эпицентр сгоняем, и все, и домой. Приехали к эпицентру. Сережа в него с радостью побежал, а Алиска не хочет в машину. Так, Сережка зачем-то взял тележку, хотя я говорила, что мне не надо целая тележка. Сейчас чего-нибудь к Хэллоуину немножко купим. Я уже рассказала, что завтра будет у них квест на Хэллоуин. Я сейчас подумаю, что мне такое может пригодиться. Здесь тоже уже выбор небольшой, уже все. Товары на Хэллоуин уже отовсюду попропадали. Тележка у нас выглядит прикольно. Лежит привидение, отдыхает. Мы тут с Сережей роботов таких рассматриваем. У них с Алисой же есть, которые ездят, мяч гоняют. Но это не футболисты, тут мяча нету, видишь? Они, видно, просто ездят. А может, они дерутся, да? Точно, они дерутся. Ого, как круто. Ну, цена, конечно, очень дорого. А эти, наверное, на перегонки ездят. Кто первый? Тоже классно. Тут можно сбивать. И вот сей щелик можно выбить. Класс. Супер. Так придумано четко. Ну, цена, конечно, цена. Деду Морозу на Новый год надо заказывать. Да. Мне обидно. Я хотела плед, который был с тыквами. Помните? Их разобрали. Нету. Манюня. Да, тут уже все такое новогоднее больше продается. Возьмешь, можем носить. Бабушка нашла носки. I am not, you are not. Это надо было Настиной подружке. Она как раз об этом говорила. А дарить. Она еще не уехала. Уехала, Настя ее отвезла уже. Привидение хорошо, но вот эти кости обгладили. Мне привидение, вот цвет еще такой, мне вообще не нравится. Это было лучше с тыквами намного. Еще за такую цену, 459 гривен, да ну его в баню. Да ну по качеству не очень. А что здесь одни со скидкой 359, смотри, а другие без скидки. А, пампкин написано, тыква написано, видишь? Это тыква была дороже. Значит, здесь была тыква. Нету сзади. Как хочется найти, откопать. Все забрали, разобрали. Не, я не помню, я не знаю. Нашли что-то непонятное, пытаемся понять, что это. Это банка с трубочкой, с соломинкой. Новогодние тапочки для гостей. А вот эта новогодняя подушка мне прям нравится. Есть ощущение, что она светится. Сережа, наоборот, переверни, это жусы. Вот так, да. Совсем другое дело. И глаза надо, чтобы было видно. Под носом. Вот так. Классная подушка. И цены на подушки. 199 вообще. Меньше, чем привидение это стоит. Это очень красиво для декора. Ну и с котом тоже классная. Собачка еще такая есть. С игрушками. Объемно так как-то. Зато я нашла хэллоуинскую скатерть. Это точно можно использовать. Засмотрелась, кричал ребенок, и об этот ящик проходила, содрала ногу так, что кошмар. Болит. Сейчас бы холодное приложить. Жесть, как я могла не заметить этот ящик. Мы подъехали к магазину, Катя попросила сливки купить. И увидели, что тут разноцветная вата продается. Это Алискина любовь. Пошли спрашивать, почем. Одного желтая, второй голубая. А я тебе дала. Все, ждем папу из магазина. Вкусная?
На вид как настоящая вата. Даже не похоже на ту, которую обычно мотают. Вот и папа. Нашел? Я в куртках, я как морщик, блин, в майке. Я все спрашивала, отдать тебе кофту. Ну я ж в машине сидел, тут не А что, когда пошел, не сказал, отдай кофту. А тут ты еще замерзнешь. Да ладно, джентльмен, джентльмен. Иногда пробивает. Все то, что вы видели в начале влога, как мы ездили покупали что-то на Хэллоуин, все это было после того, как Надя мне сказала, что ее маме легче в больнице, что она уже сидит, покушала. Надя была веселая, и я поехала с детьми вот это ж покупать. Вечером мне позвонила Надя и сказала: «Лена, мама умерла, найди, пожалуйста, где кремировать». И все, и положила трубку. Это было просто как удар молнии. Я не знаю, это было настолько неожиданно, человеку было легче. И я ожидала, что завтра ее будут оперировать, ну, как бы все так, как по плану, и вдруг вот так вот Надя звонит и говорит такое. Я рассказала Алисе об этом, сказала, что бабушка Люда умерла, и она спросила, это Надина мама, я говорю, да, она сказала, ой, жалко, жалко, и Алиса тоже вечером была какая-то грустная, но она это переваривала, думала об этом. Вот у нас был Сережа весь вечер, например, они что-то включили на телевизоре, Сережа сидит смотрит, а она как-то так прилегла на кровать и такая прям грустная, знаете, видно было, что она об этом думала. Но мне кажется, чем ребенок раньше это все слышит, понимает, тем легче он это воспримет. Поэтому я не стала скрывать от ребенка и рассказала. Когда это с раннего детства человек знает и понимает, он как бы растет с этим пониманием, и ему потом это не становится таким ударом по психике, знаете, когда ты думаешь, что все хорошо и прекрасно, и вдруг узнаешь, что люди умирают, и их больше не существует. Ну, как бы как-то так. Лучше к этому сразу привыкнуть. Ну и, конечно, с этого момента жизнь разделилась на до и после. Вот, я в принципе очень боюсь, ну, у меня есть страх смерти, как бы. У меня есть фобия, страх смерти. Ну, у многих людей это есть. Но я прямо панически этого боюсь иногда. Я не могу, когда на кладбище захожу, мне плохо становится. Ну, такая какая-то чувствительная к этому всему. И когда мне вот это Надя сказала, мне тоже физически стало тоже нехорошо сразу. И как-то как ступор какой-то, знаете, когда что-то надо делать, а ты не можешь это делать. Проснулись детки. Это страшный клоун, а я бомбарина. В общем, они уже какие-то ужастики. Только проснулись и вот так раскрасились. Да, Сережа у нас сегодня ночевал, я не рассказывала, а забыла. Похоже, они очень хотят Хэллоуин. И квест. И квест. Хотя квест я не приготовила, ну потому что у нас трагические события в семье, вы знаете. Но я постараюсь вам его сделать сегодня все равно. Я пошел дальше. Мы два клоуна из бомбанов, потому что Джестер клоун, а это Джестерлина. Так Джестерлина же девочка. Тогда он Джестер, а ты Джестерлина. Ладно. Джестер. Ну все, обмазюкались, идите отмывайтесь. Я еще что-то себе нарисую. Я вырезала петельянду, здесь не голокамы, вот это на Новый год. Так это же на Новый год. Ой, короче, дети хотят Хэллоуин завтра отмечать, хотят, чтобы я квест сделала. Я вообще не могу собраться. Ни сил, ни желания, ни настроения. Я не знаю. Я понимаю, что жить-то надо дальше и детей развивать, и развлекать, и все остальное, но ужасное моральное состояние. Серёж, ты что, с этими поедешь сердечками на щеках? А ты мой. Ну ничего, пройдет. Приехала Настюшка на укол и решила мне помочь забрать детей в парк. А где Лева? Погулять с ними. Так, на курточку, шапочку, это с собой, если вдруг на колесо полезете, там ветер наверху. Думаешь, полезем. Ну, а то ж, тогда я обязательно надень, хорошо? Да, хорошо. Потому что она заболеет. Чего писать? Рукавчики опускай. Опускай рукавчики, все, умылась? Стой! Катя, свой подарочек! Ты Катя нарисовала, покажи, что ты нарисовала. Вот.
Сердечко для Кати. Конечно. Так и не змив, да, Сережа? Змив. Не змив. Посмотри в зеркало. А где мала? А пішла Каті якийсь подарок подарувати. Умочку, умочку, ти мой маленький мухолюсі. Умочку, зайка такой, такой зайка. Що, боліт ще? Я неудачно укол сделала. Катя каже, у неї 3 дні боліли. Да? Ну, може у тебе 3 дня будет болеть. Я ж не медсестра. Завтра ж, якщо в другу полтинку так само уколи, то буде все боліти. Ні, завтра мухолюш при цьому поменьше. Все, зайки, пока. Настю слушать и аккуратно, аккуратненько. Пока. У меня просто все сегодня валится из рук. Я с утра отсняла видео, которое вы на канале видели, для Нади, чтобы ей помочь, потому что завтра и похороны, и поминки, и ей еще много денег нужно будет. Я, конечно, от себя тоже ей помогу, чем смогу, денежно. Но, понятное дело, там речь о более больших суммах. И я, как всегда, когда мне морально плохо, убираю дома и выпила успокоительное. Вы знаете, вот выпила успокоительное, прошел где-то час, и сейчас позвонила Надя, я позвонила Наде, и чувствую, что у меня уже слезы на глаза, и думаю, это уже хорошо. Потому что вот с того момента, как она мне сообщила, что мамы не стало, вот вчера вечером, и до этого момента до сих пор я не могла плакать. Просто. Мне настолько был стресс, что у меня не было слез. Вот. А то, что они уже появляются, это уже хорошо, это уже выходит этот стресс как бы наружу, потому что я вообще не могу. У меня такая слабость в руках, в ногах, я не могу ничего делать. И дети ждут, что что-то, ну, хорошо, что Настя их забрала, что я буду что-то там с ними играть, что-то, они думали, я сегодня им на Хэллоуин вообще сделаю квест. А я, как видите, ну, сделаю завтра, ничего. Обещала, то сделаю. Вот, сегодня приберу как раз в чистой комнате, сделаем этот квест. И будет на что отвлечься. Вот. А вообще не могу ничего делать. Это какой-то ужас. Я не знаю, как это все пережить. Мне надо Надю поддерживать, а я сама раскисаю. Понимаете? Как я буду поддерживать, когда сама раскисаю? Мне нельзя раскисать. Сегодня у нас печаль, беда, огорчение. Тому що не працюють колеса огляду і взагалі інші атракціони. Вони 2 дні, понеділок, вівторок не працюють. А сьогодні понеділок. Привіт! Помаш свої. Це, коротше, єдина розвага тут – це дитячий майданчик. Ого, Аліска так розкачалась. Взяла собі імбирний чай. Це не кава, це імбирний чай. І сиджу тут, за ними наблюдаю. А! Іду. Вмовляють мене в прятки з ними грати. Які прятки? Ви що? Мені вже 23 роки, все. Сережа, давай там побігаємо. Я не хочу. А я хочу. Ні. Там, оно, там таке велике це поле. Там весело. Прятки йдемо гуляти. Де тут прятатись? Давайте так, щоб я вас потім тільки знайшла, коли додому треба буде їхати. Хорошо. Прячься. Та я не буду грати. Щитой. Я кажу, прячтесь так просто, щоб я вас потім знайшла. Коли додому треба буде їхати. Щитай. Ну, прятки треба вдома грати. Що ви зараз тут весь парк будете оббігати? Ні, ми там будемо. Ні, не треба. Пожалуйста, щитай. Ні. Щитай. Ні. Щитай. Ні. Щитай. Ну, нам скучно. Це що? Я винувата, що нас скучно. Біжіть на площадку. Дітей і гора. Ну, я не буду тут прятатися. Ну, правильно. Я не буду на площадці прятатися, читай. Ні. Ну, я рядом спрячу. Отут? Під лавочку? Ні. Тобі не холодно? Ні, читай. Курточку не надій? Ні, читай. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А де Аліса? А чо ти себе видала? Граємо в прятки. Та ні. Ну сиди, граємо в прятки. Я не хочу. Чудо. Дивись, там какашку ніяку не біжить.
Только мы же не сладкую вату бедную. Попробуем. А что, я не хочу с ними вату. Конечно, без сорс. Легися. Я не буду с ними вату. Они просто тоже любят вату. Ненавижу вату. Сережа тоже без вату. Да? А что запуталась в вате? Они запуталась она. Я смотрю, не больше. Хорошо. Дивіться обережно, щоб там точно ось не було. Ну що, пішли прогуляємося? Не бачиш ось. Ні, немає, немає. Пішли прогуляємося, так? Да? Курточку. Головне, що просто не злетіли. Пішли, пішли, пішли. Не холодно? Ні. Хорошо, пішли. Кажи, рот уже вся грязна? Или ні, покажи. Да, вся розова. У Сережі більш-менш чисто. Что, ручку? Ага. Эй, я снимаю. Кажи, сфоткай меня тут на камешку. Дуже аккуратно, Лисочка, пожалуйста. Мне нравится лайк. Да. Спайдермен. Все, мы уже будем зараз повертати, заедем. О, вау, вау. За булочкою с куркою. А Лисочка, боже, убереш. Фу, не пугайте меня, все, пішли. Пішли, вже ты мій, давай руку, давай, що таке? Вон, Настя. А. Боже, Сережа, аккуратно! Та це самокат. Чого ти його боїшся? Пішли.